Зария. Вот, в игру тогда перезайди. А чё, мы же присмотрели лог, Олег? Ну, лог что-то стоит, еще не делает. Секунду, слышу. А, всё, это уходит. Лог халтурщик. Тыкай на Summon Void. А, слава. Привет всем, шоу. Здорово. Привет, принимай Summon Ваня. Сейчас быстренько за часик даю к Сарону. Все, носок уже в рейзе, пойдем. Все, погнали, Вэнс, быстрее. Короче, носок, ты сейчас будешь, не знаю, куда тебе лучше сесть, куда ты хочешь. Если честно, Олег, я вообще уже ничего не помню. Да садись, чувак. Без разницы. Ты, смотрите, главное просто подъехать к боссу и кинуть проклятие стихии, и забраться обратно в тачку, и все. Все, хорошо. Хорошо, мы плюс ноль. Как там, орбиталь? Да. Плюс ноль. А может ты сумануть при 103-й бате? Ты смотри, этот носок, как зайдешь в инст, там портальчик будет, сразу второй портал нажимаешь. Плац. Слушайте, плац, я тут нашел. Давайте, чтобы не тратить время, поставь плюсы, кто хочет стакать колчедан, подбирать колчедан. Могу синий, короче, присумуйте только. Рельсотрон, давай, садись, звездочки, будешь подбирать колчеданы, Альпич, будешь водителем звезде. В кружке Таяра подбирает в кружке, Ваня в кружке водителем будет. Пересаживайся, Макс. Квадрат, квадрат. Брейкинг Бэт. Будешь тягать. Кто хочет постакать колчеданы? Олег, там звездочки заняты. Кто где заняты? Там кто-то сидит уже пассажиром. Сейчас посмотрю. Ну, Саяра сидит. Не, в звездочке. Ты говорил нам в первую звездочку лезть, там кто-то сидит. Я в печеньке сижу. Дестроинг сидит, я понял. Ну, тогда будешь водителем звезде. Квадрате, я уже забыл, что там. Ага, понял. То. В квадрате Ваня будешь водителем. Саяра, ты подбирать колчедан, да? Можно поподбирать тоже в следующем. Ну да, мне не надо за рулем, у меня ачивки эти сделаны. А, давай, Саяра, подбираешь колчедан. Альпич, ты садишься стакать в кружок. Так да, я уже в эту звездочку сделал. Давай я в кружок сяду. Давай, сядь. Это просто за... чтобы Дестроинг тоже стакал, а не подбирал колчеданы. Я постакаю. Саяра, сядь, пассажир. Так я же сижу в пассажир. Рельсотрон, садись в череп. Будешь прилетел, подбирать сел. Колчеданы. Я в череп сел подбирать. Будет. Хорошо, Рельсотрон, ты умеешь стакать колчеданы? Хорошо, все, последняя тачка осталась. Подождите, кто я может поподбирать колчеданы? Я могу, там Ваня занял уже. Круг. Садись, я... Никитос, садись, нет. Я просто поставлю. Садись в звезду водителем, Калк. Давай, Никитос, там есть так, кто не так? В звезде все есть никого у тебя, нет. Да? Тут никого нет. А, залезу, вот, поподбираю. Ну давай тогда Альпич с Калком в звезде. Все, там Пайпер сел, подбирай. Все, хорошо, Альпич тогда в кресте подбирает колчеданы, я буду водителем в кресте. Так, разрушители разобрались. Дальше идем. Поставьте плюсы, кто не в тачке. Алазарь, умеешь что-то делать? Вообще, тут первый раз или нет? Садись звездочку. Как сядешь в звезду, скажешь. Быстрее это делай. Сел в звезду, там сразу появилась моделька. Садись на пассажирское место. Моделька справа, в верхнем углу под картой. Как сядешь, хорошо, Заливен, садись в звездочку, будешь водилой. Знаешь, что вязать там? Да, 1, 2, 3. Короче, Фалазари, ты пушку наводишь на босса, кастуешь пушкой по боссу, Заливен, если надо будет сбить каст, подъезжаешь к боссу, электрошок юзаешь, бить каст, отъезжаешь, все. Так, что там дальше? Без сил. Подожди.
Вестил, садись в звездочку. Смотри внимательно, там у тебя три скилла. Это багало, да? Да. Короче, Олег будет без пассажира. Ты как ее разбахать? Все... Альт F4 релокать. Все в тачках. Прости, пожалуйста. Ну, блин, тебе надо Альт F4 жать или перезаходить, я ж говорил. Сначала заходит пассажир. Она зашла, так и... Да, не, ты не зашла, ты просто наплевала на все, нажала сесть и потом говоришь, что ай, забагалась. Надо же смотреть, кто там в тачке сидит. Если написано ник, то значит водительское место занято. Если не написано, значит можно садиться. Давайте быстрее. 100 лет прошло, они пофиксили. Так они пока трашились, пофиксили. Короче, тактика. Тут все просто, можно босса забагать. Кстати, можно ему отключение системы сделать боссу. Давай. Садись в эту машину. Не, не садись, Персефона, пересадись. Пересядь на абсолютно. Теперь садись. Смотрите, если босс выбирает вас таргет водителя, то просто слезайте с тачки и забирайтесь обратно в тачку. И, пожалуйста, настакайте как можно быстрее 10 колчеданов. А что делать в трофейной? Просто бей. Угу. Просто езжай возле босса, только не под босса. Они все трофейные. Осадная машина. Просто будь. Ладно. Кто, может... Пеппер, ты можешь это, запустить с катапульты чела, чтобы тот подбил систему? Наверное, не могу. Breaking Bad, вон, запустите его катапультой. Космос. Это надо нам скалкам, значит, сейчас вылазить, чтобы потом первый брекинг, по-моему, залазил. Потом жал циферку 6, если я не ошибаюсь, а потом уже для скалка. Да, походу так. Ну, если брекинг... Так запускаем его или нет? Ну да, запускай, если ты можешь его запустить. Иди брекинг в правую сторону, ищи калка. Стой, есть шкаф? Вон, сядь в машину. Звездочку кинул вам, смотри, оба. Сядь в машину, Петр. Сел. Кидай. Только подъедь. Только смотри, ты прицелься. Не запусти. Так, на середину, правильно ведь? Да, 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 где пушка. Давай. Все, попал, нет, скажешь. Мы потеряли человека. Не может быть. Мне подъехать к себе или нет? Нет. А, так за тобой трофей. Ой, чоппер, может, если что, приехать. Там хильси, смотри. Тебя потом кикать, да? Слушай, ты там две, по-моему, пушки, да? Надо подбить или нет? Ну, по-моему, две разбирали, да, я знаю. Они не... Ну, я все же видел сломал. Ну, все нормально. Поставь шкафчик, присумуни. Давай, Саконсу, выходи с тачки, сейчас присумуним типа и начнем. Это новая тактика или... Это... Да, блин, хочу группы крашнуть сейчас. Подъедь еще. Давай, я верю в тебя. Ты сможешь. Ты сможешь. Mm. Все. Стакаем. Альверка, выходи с тачки. Залезай. Выходи, залезай. Стакаем. Заливим, не едь под тачку. Блять, отойти надо, сука. Да подожду. Стакайте. Не подбирай пока. До пяти. До пяти? Дыхание. Там кто в трофейном? Блять, ну вы на машине, алло, вы колчедан ловите, блять. Нету. Колчедан, Олег. Подбери колчедан снизу. Далеко, далеко. Я не достаю. Справа.
Вы же подбивайте колчеданы там. Что-то все проебалось. Это все твой домофон виноват. Без сил с тачки вылезай и залезай обратно. Подбирай еще колчеданы. Как мы сейчас умрем? Да я знаю. Подбирай. Подбирай. Нету контейнера. Под боссом он есть. Битый каст. Кто там со мной в машине? Собирай колчедан. Бля, кильком банки стой, я, короче, вылезла нечаянно, да, я сяду. Ай. Ну там сначала поехали от садки под босса и ловили колчаны. По боссу домах поехали. Короче, забагалось. А тут уже мы. А что нужно было делать, чтобы не обосраться? Колчедан правильно разбивать, убирать его, стакать все. 9 стак на стакать, подождать, пока там спадет до 4 секунд, потом обратно обновить. Каст ему сбивать еще. И на максимально уже находиться. Короче, заметил такую особенность, если колчедан вот прям ровно на мне, либо недалеко от меня сверху, то практически нереально разбить. Его не сбить, потому что никак не нацелиться на него. Ну да. Поэтому надо разбивать, короче, крест-накрест надо. Чтобы люди тебе разбили, тогда он под тобой упадет. Тут вообще какой-то шпион, Сваров, какой-то New Bread Gilde, Connect Ken. У вас 24 вайпались. Шпион чешо. Давайте, добивайте, добивайте. Да, да, да. О, все убили, молодцы. Изи. Изи. Ладно, короче. Надо, чтобы машинка разрушилась обязательно или нет? Так, давайте быстрее падайте. Сейчас. Ты вылетел сейчас, да? Не, не вылетал, отошел, доходил. И что, можно заново его убить или все? Эх, можно было сделать без смертей. Че, дальше идем? Можем еще раз орбитать. Но надо обновить, значит. Обновить, тачки привезти, или как там? Ну да, сейчас их не реснуть, надо обновлять инст. Выходите с инста все.
сколько там вообще людей стакало? Я просто вообще... Два. Два человека стакало? Ну, там было три, потом осталось два стака, если только и все. Это не дело, блин. Да нет, все стакали нормально. Да нихера, там висело три колчедана. Да, там в конце обосрались, меня вообще вышло кто-то, и там колчедана не было. Все, давайте, смотрите, сейчас запускаю босс, и все садятся на любую тачку, которая есть, и погнали. Ты обновил? Да, я обновил. Просто убиваем, и там без эпитафия. Звездочку разрушитель не трогайте. Так, сейчас сделаем, 5 минут на все дается. Да, убиваем только эти маяки справа, за мной можете идти. Мы эпитафию или просто убиваем? Да, орбитафию, чтобы просто убить, надо еще башни их сломать. Дайте сесть куда-то. У кого пусто? Подсаживайтесь пассажиром, просто в какую-то любую тачку. А, чоперы там стоят. Стой, я на мотоцикле за тобой приеду. 3 метра над уровнем неба или как там? Где ты там? Где ты? Вот я тут. Смотри, подкатил чисто. Блять, меня тупо выстрелили, меня украли мотоцикл, блять. Прикиндекс, я не могу только пересесть туда, надо, чтобы ты вылез. Короче, я забагалась, вообще классно. Скушать мороженку или нет, как считаете? Съесть. Для чего? Кстати, остановки не было. Потому заберите что... меня кто-то, а то я приехал на мотоцикле, меня тупо высадили и послали нахер. У меня нормальная антрофемия. У меня бывшая примерно так же сделала. Только хату отобрала. Короче, кстати, остановки не было, калк не подбил системы все. Там босс сразу начал двигаться, сейчас понимаю. А давай вдвоем прыгнем, потому что типа бывает, что багается. Только одну видишь, вторую другую. Там должно просто две быть эти пушки. Я понял, а их тут вообще не видно, понял? Ты можешь только типа переключением таргета ее выделить. Я просто за танкой сейчас тут может еще подбить их. Короче, смотрите, как разбагать бой, вам надо просто с тачки, с пассажирского, на пассажирское место перелезть, потом обратно в водительское. Если опять будет все плохо, пойдем дальше. Просто я... сейчас надо... Свободных. У меня в осадке есть место для пушка, аля. Там паладин был. Кто без тачки еще? Скажите, пожалуйста. Ну, у меня мотоцикл бесполезный, и у меня пассажир. Олег, у тебя все есть? Со мной был Фалазари, неизвестно где он. Пускай он пересядет. Олег, выходи с тачки. Друйленд, заходи в звездочку. Трофейно-осадная машина. Садишься, там сразу моделька появляется. Пассажирское место пустое занимаешь. Олег, садись. На пассажирском месте просто пушку юзай по боссу и все. Пых-пых. Чё там еще? В звезде кто сидит? Между звездой и кругом. Есть место для водителя. В круге для пассажира есть место. Так, череп Ваня стакает, квадрат я, Дестроинг есть. Дестроинг, ты стакаешь, да? Ну, я подбираю калк стака. А, понял, калк. И вот еще два разрушителя. Кто сидит в звездочке? Звездочки мы сидели, нет? Кто умеет стакать колчеданы? Все, походу, ты его разрушил, да, систему? Да, две пушки разбил. Ну, могу еще раз его запустить, я хз. А, не надо. Оливерка, тачку почини. Все, ready check. Че в осадных дел? Смотря кто ты. Если ты, этот... пассажир, то бить босса с пушки. Если ты водитель, то к
когда кастуется огненное дыхание у босса, ты нажимаешь троечку, то есть подъехать к нему, избиваешь каст электрошоком. А пассажир в это время нажимает панцирь по машине. Все в тачках сидят, да? Все укомплектованы. Заливин, ты тут, Персифона? Секонцок, ты где ты? Ты вообще без тачки? Да. Садись в этот чоппер. Ты поставь порт под чоппер и сам беги к боссу, потом порт сделаешь, ставишь тачку. В звездочке. В кругу нет пассажира. Да. Да, на круг пох. Где нету? Круг. На насадку пох. Сейчас я найду этот круг. Сейчас есть уже водитель? Там водитель не был. Я туда-сюда прыгнул. Давай ты в кружок сядешь водителем трофейку. И все. Вон чоппер можете садиться еще. Подъедь поближе, поставь порт под нее, кинешь проклятие, партнешься и сядешь, чтобы тебя не убил. Да, да, да. Кстати, хорошая идея. Ну, поближе поставь. Подъезжаем поближе все. Уже можно сбивать колчедан?